Кстати, видишь, два кресла винтажных по 25. Вот литография, причем старая-старая. Ой, боже. По 6 евро, кстати. Видите, написано, я извиняюсь. Вот 1880. Я вас снова приветствую. Видите, здесь такая литография. Вас приветствую. 1880 года. Супер. Супер. Вот подпись. И вот она. Сама картинка. Литография. И вот это еще раз покажу, потому что в той серии она затерялась. Мы тут сейчас легко еще серию снимем. Да-да-да, гобелен. Да-да-да, сейчас я просто так быстро же не могу перебежать. Так, ага, ну ладно. Это ваза, кстати, Кайзер. Ух ты, кайзеровская ваза. 5 евро. 5, да? Красиво, да, я таких кайзеровских ваз не видела. И бисквитная. Бисквитная. Там еще одна бисквитная кайзеровская ваза. Вот гобелен 49 гобелен. И вот еще один гобелен. Это, кстати, картина маслом писана. Да. И рядом картина 49. И вот подпись. То есть, ага, сигнатура, да. Класс. И вот картина маслом 159. Кто это такой? Вот это вот, это кто? Можно его в руки взять? Это не Мурано? Не-не-не, это флакончик какой-то. А это флакон? Да, это флакон. Это, по-моему, да, ружье? Это у него, видишь, вот ружье, вот. А это шляпка. Какой-то такой... Солдат, карабинер. Оригинальная, конечно, эта ваза Кайзер. Я таких еще не видел. Да, она оригинальна, да. Потому что она, вот она сверху здесь глазурирована и внутри. А здесь бисквит. А снаружи бисквит. Да. Так, вот. Да, я его когда-то видел. Бутылка традиционная. 19. Это ты уже видишь, ну, фотография. Да. Да. И вот эта вот картина мне очень нравится. Шарик, Григорий Галас. 69. А только ваза с этими уже нету, да? Я не знаю. Вот это вот ваза. Шарик Григорий Галас, да? Папа вас. Это какой-то секретарь, да? Да. Он как-то сделан. Ну он уже ему лет. Ну тут ну, уже у кого да. Небольшая квартира. Он много места не занимает. Так что мы подобную возьмем туда. Да, ту мы обязательно возьмем 100%. Смотри, какая живописная картина альпийской жизни 39. Супер. Такие краски классные. Вообще нарядно так. Очень, очень интересно. Очень классно. Так, вот, ребята. Очень качественная 79 картина. Вообще просто маринист какой-то ее писал. Вот его, кстати. Потрясающе.
Очень классная, качественная картина, 79, действительно просто, смотрите, какая живопись даже, ну вообще, какой свет, вот он оттуда восходит, сквозь свет. Не знаю, вот подпись автора, потрясная картина. Класс, я рад, что я ее вам показываю. Очень качественная, кстати, картина, очень. Просто вообще потряс. Я вообще люблю море на картинах. Редко оно меня радует, а это мне нравится. А это мне нравится. Вот ее цена, 79. Класс. Неохота от нее отходить. Вот разнообразные формы для выпекания каких-то. Вот тоже, кстати, интересная 29. Я не знаю, она под стеклом, но очень такая симпатичная. Да, вот такой, знаете, сюжет такой средневековый. Очень классно. Такой романтичный, да, вот как-то так вот сразу как-то в душе так сразу что-то такое вот, знаете. Мне кажется, вообще у нас в столовой доме неплохо смотрелось. Да, она везде бы неплохо смотрелась. Она, я не знаю, правда, что это. Это какой-то принт, наверное. Но принт старый. Это спецы не очень-то, я извиняюсь, мощные. Поэтому уж смотрим так на все как-то. Сейчас подойдем. Да, вот это ручная роспись, да? Стеклянная ваза. Классная. Вообще такие вот цветочки как-то. Два цветочка как-то не очень козырно. Хотя здесь это вообще не придают значения. Да. Красивая, да, ваза. Класс. Она с одной стороны, значит, расписана руками, с другой. Да. Очень классная. Никаких соединительных швов. Ага. На ней, кстати, есть даже что-то... А, 15. 15. Подожди, не вставляйте. Очумелые цветочки. Ужасные. Вот, кстати, это русское производство, видно. Да-да-да. Вот. Угу. Видите? 11.30 цена. Недорого. Угу. Ясно. А вот у вас мы смотрели вот это? Да, это уже как бы. Ага, да, да. Угу. Кайзер, да? Угу. А вот такая интересная база. Что это? Это металлическая. Угу. Кайзер ваза. Угу. 5. Это богемия. Да, наверное. И вот еще, что мне очень нравится. Угу. Графин. Тоже нигде нет никаких соединительных швов. Угу. Да, это очень так старый. Видишь, тут даже какая-то... Не можешь ли ты там прочесть, что нет, там? Нет, без очков никак. Да? Наверное, Чехия все-таки. Я думаю, это Чехия. А уже винтажная. Красивая, классная. Угу. Класс. Это диван.
Да, я как-то снимал. И вообще и это, и все очень красиво. Это стол от этого. Это все одного дерева. Абсолютно. Оттуда? Не, это все разное. Не. Так посмотри, абсолютно цвет идентичный. Абсолютно. Я не думаю, что это. Этот уже был, потом этот привезли. Ну, цвет одинаковый. Цвет одинаковый, но... Да. Классно. Ой. Вот пять, между прочим, каждый по 15. Угу. Вот они. А звук у них какой? Пять. Тут они по 15 стоят, ребята. Видите, какие красивые. По 15. Так, 10 евро это сумасшедшая какая-то ваза хрустальная. Не видно какая-то. Что такое зонен, да? Угу. Да, какая форма, какая раскадровка вообще, просто прелесть. Это явно внутри не стояло, потому что состояние. Да. Состояние просто. Смотри, какая чашка. Это вообще. Вообще. Рельефность какая. Ой, дизайн. Смотри на эту чашку. Угу. Да, я сейчас повернусь. Угу. Хорошо, что ты напомнила сейчас к ней. Я хотел, я ее видел. Я ее сейчас чашку просто спокойно. А то, ну, знаешь, дело, когда просто взгляд бросишь, когда снимаешь, тоже бегать неохота. Да, уникальная, конечно, чашка. Это вообще просто. Просто. Да, вот это вот люстра, да. Кристалл. Богемия. Вот 7.
7 частей, то есть 6 рюмочек и графин. 25. И тарелка 25. А, ну да. А, да, я извиняюсь. Видно, все вместе с тарелкой. Это все вместе с тарелкой. А еще и ваза вот. Да, той же фирмы. Угу. Вот такой ансамбль, видите. Ваза 9. И это вот 25. Ясно. Ясно. Пятидесятые годы, но не то. Вот это оригинал. А то не оригинал. Да, здесь намешали уже, конечно. Просто. Крышка, видно, разбилась. Да, крышка разбилась. Ну все, ребята, всем пока. Этот малый теннисист вам всем желает удачи. И всего хорошего. А, это копилочка, так что, чтобы денег у вас там много было. Плюс 3 основания. Да. Поэтому до свидания и до новых встреч.